Всем привет, это история от Анонима. Сегодня поговорим о дружбе, если она между мужчиной и женщиной. В инфобоксе под видео моя почта, вы можете присылать ваши анонимные истории. Если вы хотите записаться на консультацию психологическую, тема письма будет просто консультация. Здесь видео, я не даю никаких консультаций, я даю мою личную оценку, взгляд, комментарии по поводу ситуации людей или какие-то там рекомендации могу дать, это не является психологическим консультированием. Давайте приступим. Здравствуйте, Галина. Я 4 месяца подписана на ваш канал. С удовольствием слушаю ваши разборы и решила рассказать свою историю тоже. И хотелось бы послушать ваше мнение. Спасибо, что смотрите. Приступаем. Это история не любви, а дружбы. По крайней мере, с моей стороны. Мне 29 лет, а ему 28. Сразу скажу, что парень не в моем вкусе на подсознательном уровне. Мне он не нравится. Мне не нравится, в принципе, восточная внешность. И у нас никогда не было ни романтических, ни эротических отношений. Я бы точно всего этого не хотела. На самом деле мне нравится другой мужчина. Языкового барьера у меня с турками нет, потому что я хорошо разговариваю на турецком, пишу полностью без подсказок, когда голосом говорю длинные предложения, конечно же, немножко запинаюсь, подбирая наиболее подходящие слова. Но все меня прекрасно люди понимают, как и я всех. Мы познакомились с этим парнем в онлайн-игре. Полгода он мне там помогал прокачивать уровни, добавил в свою команду, обучал тактикам ударов, и это был 1 год и 7 месяцев назад. Постепенно мы перешли в Skype и WhatsApp, и при этом играли в игре в свободное время. Много раз созванивались по видео. Он рассказывал про своих девушек, а я, не стесняясь, показывалась ему на камеру с грязной головой. Познакомилась со своими друзьями, подружками, то есть было все максимально по-дружески и нормально. Год назад я приехала в Стамбул в гости к моим родственникам, которые уже давно переехали в Турцию. И мы с этим молодым человеком встретились и погуляли. К счастью, не было никаких приставаний или даже прикосновений, чего-то такого. Мы просто обсуждали его работу, пили чай, болтали, смеялись. После этой встречи он пропал. Сказал, что я выгляжу слишком «религиозно» в кавычках. Я тогда просто пришла на встречу без косметики, в кофте с длинными рукавами. Через полгода он объявился и добавил меня в запрещенном Инстаграме. Написал, что у него умер дядя и дедушка, и поэтому он тогда пропал. Показал какие-то скрины, типа доказательства. Я тоже подписалась на него, и снова мы начали общаться, обсуждать у кого как дела. Мне было, конечно, неудобно постоянно включать VPN, и я ему поэтому отвечала раз в 3-7 часов. Короче, получилось так, что я отвечала слишком долго. Я предложила перейти в телегу или WhatsApp для общения. Я добавила его в WhatsApp, и он строчил мне поэмы каждую секунду. При этом, по его словам, он работает 11 часов в день. Показал свою новую девушку, и она внезапно была в хиджабе. К слову, даже если бы он мне нравился, то я бы не отвечала ему на следующие же минуты, потому что у меня могут быть свои дела. Я привыкла переписываться размеренно, спокойно. Я спрашивала его за девушку, какие у них там вообще планы. Он говорил, что не планирует пока ничего предлагать серьезно, в смысле замуж уходить. Хотя она ему сильно нравится, и с ней у них отношения просто на расстоянии. Плюс она знает все про меня и даже ревновала как-то. Но он типа ей все объяснил, что я просто подружка и как бы без проблем. Через неделю он у меня спрашивает: «А когда ты прилетаешь в Турцию?» Я такая отвечаю: «Не знаю. Наверное, может быть, в следующем году». А он говорит: «Слушай, а давай я куплю тебе билет, и ты приедешь сейчас. Искупаешься в море, отдохнешь». И я такая: «Это слишком внезапное предложение, у меня пока другие планы». А он: «Ты же собираешься приехать в целом, правильно?» Я говорю: «Посмотрим». К слову, даже если другой парень, который мне нравится, предложил бы мне такое, меня бы это немножко напугало. А тут и не нравится, и настойчиво вот так. Плюс обычно, если парни покупают билеты, я знаю, что для этого делается, какие у этого могут быть последствия. Я переключила тему на его девушку, и мы разбирали, в чем же они не ладят, почему тогда он выбрал именно ее, и его мотивировало решать с ней какие-то проблемы. Короче, говорили про него и его девушку, вообще общались. Проходит 3 дня, молчок. Я даже обрадовалась, что его пыл прошел. И тут он мне просто пишет: «Привет, как дела?»
И отвечаю через час, наверное. Привет, говорю, хорошо, а твои как? И он просто молчит 15 часов. Спрашивает, что я делаю, я отвечаю. А в этот раз молчит уже и 2 дня. И я понимаю, что это какая-то манипуляция, наверное, про ближе и дальше. И просто взяла и заблокировала его везде. Галина, скажите, пожалуйста, мне показалось, или он все же имел недружеские какие-то намерения? Что такое это было? Ой, да все очень просто на самом деле. У парня проблемки есть. И давайте немножко про вас начнем. Зачем вы общаетесь, контактируете с парнем, который вам не нравится? Да? Сначала про внешность, он мне неприятен, не в моем вкусе, но как друзья, окей. Дружба, на самом деле, вот у молодого поколения здесь дружба, она есть. Но всегда под этой дружбой у турок есть какая-то симпатия. И у парня явно что-то вообще, у него его метает сначала, ты слишком религиозный, а вот это в хиджабе он встретился, берет, как сказать, консультации у подружки про отношения и всякое такое. Короче, так скажу, да, если он вам неприятен, не нравится, вот у вас не то, что он не нравится, у вас какой-то все равно вот флёр от него идет, вот из разряда он меня достал, очень много пишет, короче, он нарушал, вот, я нашла слово, он нарушал ваши личные границы, общался с вами не так, как вам привычно и хочется, а как ему, вот про строчить смс-ки, поэмы целые, вот это вся история. Вот, короче, вы даже это говорим не только про отношения, а про друзей тоже. Вот вы чувствуете, что не ваш человек. Нафига вы продолжаете общаться? То есть, так вам вопросик. Если вам вот эти поэмы, вся история неинтересна, так и не общайтесь. Не хочется отвечать? Не отвечайте. Заблокировали везде? Вот и все, окей. Все, вы сейчас после блока пишете мне и спрашиваете, что это такое было? Почему вас это волнует? Почему вы не можете отпустить это и поставить точку? Обратите, пожалуйста, на это внимание. Вот ваша история вот в этом заключается. А касаемо молодого человека. Странненький. Вообще странненький. Живет в онлайне. А боится отношений. Всего он вообще боится. Очень много трындит не по делу. Поэмы строчит по факту, по действиям. У него даже девушка, которой он там встречается, она у него на расстоянии. Она ему очень нравится, но ничего не предлагает. На минутку, что там вам 28 лет? Тут чуваку по 30-ку уже скоро. Он в онлайне с девочкой общается. 30-ка. Турок. В компьютере, в играх это окей. Это не какой-то там диагноз условно, да, или штамп какой-то, не про это. Можно играть, и, блин, великовозрастные мужики играют, всякие там танчики, игры и всякое такое, да. В доту режутся, и это увлечение. Может, ну, короче, это окей. Но его поведение, вот это вот эмоционально, чересчур, вот это все, короче, чувак нездоров. Если ваш вопрос, мы в частности берем, про была ли какая-то подтекст какой-то отношений, эмоций, чувств и дружбы, да, у турок в принципе, если даже дружба, то должна быть какая-то симпатия. Прям дружба-дружба может быть, когда они вот с девочкой, например, по соседству вместе ходят в садик, в школу, друзья общаются, родители, друзья, семейное такое, вот это семейное ощущение, вот тогда она может быть как подруга. Но опять же, он будет ее считать как сестра, как близкая такая подруга, как сестра. Ну, может сказать, сестренка моя, она нам как родная, мы с соседями или этими с друзьями общаемся как с родственниками. И у них есть вот такое переплетение чувств, эмоций, путание назовем, так у них нет жестких границ таких. И бывает, да, что друзья порой общаются лучше даже, чем родственники. Такое есть. И доверие, и прям забота, и помощь. Есть такая история. Но чтобы была вот эта дружба без сексуализированного контекста, это должна быть дружба вот такая, очень близкая, семейная, и у него должно быть чувство, что это сестра моя. Вообще без вопросов такое бывает, такая дружба есть. Вы познакомились в интернете, из разных стран, чужие люди вообще, вас объединяли сначала интернет, компьютеры, вот эта вся геймерская история. Классно, но когда вы начали общаться потом, он вас, смотрите, он же не просто так вас пришли просто навстречу, наконец-то встретились в реале с другом, он вам потом не просто пропал, а оценку дал, ты была слишком религиозна и слился. Значит, он как-то оценивал, значит, у него вот этот контекст тогда, подтекст уже отношений был, вот вам и ответ. Нашел там девушку, вот опять он появился, вот у него проблемы. Вот вы знаете, чувак вообще не зрелый к 30-ке, а поведение как у 16-летнего, я вам скажу. Мы в отношениях
общаемся, можем просить советы, когда тебе 18-20 лет, когда у тебя нет опыта, когда тебе все, вот эмоции все твои еще на накале, да, гормональном, ты еще все остро, первые этапы отношений, первый какой-то опыт, надо спросить, поделиться, и да, у меня тоже такие были в студенчестве, у меня были друзья, которые спрашивали, чем про отношения, мы как друзья общались, там коллектив у нас был, одногруппники и так далее, там не по институту, короче, я к тому, что какая-то общность людей, которые говорят про свои отношения, короче, все что-то советуются, как же так, взгляд со стороны спрашивают, это нормально для этого возраста, чуваку по тридцатку, алло, а он в интернете только. Только на расстоянии и делится советики, берет свою подружку за границей, как ему про отношения там что-то. Короче, вы поняли, да, вот эту картину. У него, да, был контекст какой-то, не знаю, ну, подтекст его дружбы точно. Второе, чувака кидает эмоционально туда-сюда, непонятно вообще, его поведение пропало. Вот эта манипуляция, вполне возможно, это была, да, манипуляция. Это грязная какая-то ненужная игра, она вообще нафига. Вы же его как друга рассматриваете. И третья точка, скажу, что парень не зрел 100% ни к своему возрасту. На 10 лет запаздывает его реакция, действия, поведение. Теперь вопрос к вам. Зачем вам даже дружить с таким человеком? Нафиг оно надо? Вас там пытаются манипулировать, качать, общаться, вообще подружить больше не с кем. А у вас-то самое, какой контекст? Вы, как вы говорите, неприятен, не симпатичен, ничего не хотела, мне нравится другой мужчина. Так и с этим перестаньте тогда общаться. Дружба даже, не про отношения, а дружба, она тоже должна приносить удовольствие. Общаясь с ним, вам должно быть приятно, доверие, контакт какой-то. Даже, окей, про девушку можно, про отношения, советики давать и так далее. Он что делает? Он вас раскачивает, пропадает, дальше ближе, холодно-горячо. Вот это что за фигня вообще? Понимаете? Нездоровая история. То есть эта дружба вам не приносит удовольствия, а негативные эмоции. Соответственно, делайте выводы и вопросики к себе. Что-то я не хочу эту дружбу разорвать. Задайте себе вопрос, почему я не хотела. Уже объективно были звоночки какие-то, мне было с ним напряжно, а я не ставила точку или продолжала переписываться. Наверное, жалко было. Или не хочется быть плохой, чувство вины, или нет никакого повода. Но это на самом деле невротическая история. У вас неврозом попахивает, да? Когда нам что-то неприятно, мы продолжаем мучиться, колоться, жрать кактус, страдать, например, да? И даже в дружбе это вот, пожалуйста, проявляется. Если вы увидите, что у вас в отношениях с мужчинами что-то подобная тема есть, да? Что вы что-то терпите, любовь, боль или общение там, боль и так далее. Короче, делать что-то, что тебе неприятно, терпеть, это не окей, не нормально, невротизмом побахивает. Поэтому вот что скажу по поводу чувака. Да, однозначно был какой-то контекст. Ему что-то хотелось еще как-то. Но в силу своей незрелости, своего импульсивного, странного перепадов настроения поведения, он так себя повел, вот так вот все скомканно так с вами и общался. Надеюсь, ответила на ваши вопросы. Пишите в комментариях под видео, что вы думаете по этой истории. Можете дать свои какие-то оценки. В инфобоксе под видео почта для ваших писем анонимных или для записи на персональную консультацию. До встречи в новых видео. Скоро увидимся. Всем пока.